дачное карате. Сегодня день 100 кота. Я попытаюсь их исполнить. Исполняю их на улице, довольно холодно. И на улице исполнение совсем другое, чем в зале. Тут не провернешься, на пяточке не проскользишь. Поэтому все несколько по-другому. Исполнить 100 раз 100 кота соучен довольно тяжело. Много энергозатрат. И в зале я бы в течение 2 часов, наверное, не уложился бы. Но вот сейчас мне предстоит такой марафон. Обычно дачное карате у нас так с какой-то долей юмора и самоиронии. Ну, в данном случае с иронией как-то не получается, потому что испытание довольно тяжелое. Ну, это, конечно, не марафонский забег, но что-то такое, приближающееся к нему. И вот в условиях, когда температура приближается там где-то к 0 градусов, довольно тяжело поддерживать еще и температуру тела. Ну, попробуем. Это международная такая акция. Повсюду по миру исполняется 100 кота. Кто-то делает попроще кота. Вот я попробую сделать посложнее. Посмотрим, что из этого выйдет. Вот, пока сделал 8. Это пустячок, разогрев только идет. Но вот уже один раз поскользнулся на травке. Ноги переставляются, конечно, не так, как в зале, непривычно. Но потихоньку, потихоньку справимся. Вот так бодрость еще можно имитировать, вот, но сил уже очень мало, коленки устали, руки устали, все устало, хочется домой. Но еще впереди половина дистанции, встретимся на последних этапах этой дистанции. Ну вот сейчас пойдем 9-й десяток делать, уже усталость все добивает, коленки трясутся. Но мы продолжаем свое, дойдем до конца, до 100-й. Кота тяжело, даже техника не выдерживает, выключается у меня камера. Надо преодолевать себя, чтобы быть готовым к превратностям судьбы.
которая неожиданно может преподнести всякие сюрпризы. И тогда преодоление каких-то сложностей потребует сверхусилия, а так вот иногда преодолеваешь себя, и ты готов к этому, знаешь примерно свои границы или то, что ты любую границу на самом деле можешь преодолеть. Можно сделать еще 100 кота, можно, но правда, может быть, после этого придется долго лечиться. Вот. Но 100 это как раз та вот норма, когда для здоровья еще все в порядке, можно дальше заниматься. Вот. Преимущество здесь свежий воздух, возможность работать в своем темпе, недостаток — мокрая трава, работа в обуви, которая тоже скользит, намокла, ноги мокрые совершенно, вот, загрязнил кимоно, каратэги загрязнил, вот они так где-то примерно по щиколотку загрязнились, вытоптал весь участок, можно сказать, косить не надо, вот такую дорожку пробил, можно сказать, среди травы, которая еще не пожухла. Занимайтесь каратэ, занимайтесь спортом, любите родину, боевые искусства вам в помощь. Слава России!